Всем привет, дорогие друзья! Наступила зима, и я думаю, что многие сталкиваются с зимой. Осенью проблема такая, что перепад температур у нас, и когда мы начинаем красить, у нас появляются кратера. Водичка собирается в шланге за счет того, что у нас компрессор кидает теплый воздух. У меня вот стоит еще два ресивера. Подача снизу, сверху выход. И они уже, конечно же, не справляются, и теплый воздух попадает на шланги. Вот у меня компрессор стоит в подвале, а вывод он у меня вот идет наверх. И, конечно же, можно так накосячить. Ну, я, естественно, накосячил, а когда уже накосячил, то надо что-то предпринимать. Есть небольшой выход, это у нас продаются такие вот небольшие осушители, но, ребята, они, вы сами, я думаю, кто красил, тот сам понимает, что эти осушители вообще не годятся. Я думаю, что вы еще видели такие вот маленькие фильтра, которые именно ставятся к пистолету. Они улавливают у нас влагу, масло. Но я говорю, что улавливают они где-то, ну, блин, ну, процентов, может, максимум 5, это вот от силы. Все равно, как бы, большая часть все равно будет вылетать с пистолета. Если у вас перепады идут температуры, то от этого не деться, потому что объем очень большой. У меня, я думаю, видите, компрессор, конечно же, небольшой. Ребята, если покупаете для покраски, то лучше компрессор, конечно же, ременной. Ну, как я занимаюсь именно под красом автомобиля, ну, я чисто вот беру там два элемента, максимум три элемента, то данного компрессора хватает при условии, если дополнить с ресиверами. У меня здесь на самом компрессоре 50 литров, это у нас от пропана тоже 50 литров, и здесь 75. У меня, в общем, получается 175 литров. Мне этого хватает. Но немножко надо наловчиться, конечно же, но нормально. Что я хочу сделать, применить? Вот я такой вот подготовил бутлю. Как раз она вот по диаметру подходит пропановскому баллону. Я ее сюда поставлю. Налью в эту бутлю водичку. Здесь так вот обрежу. И будем делать осушитель. Я уже заказал на сайте Озона вот такую вот алюминиевую трубку. Я ее буду гнуть, буду здесь делать такой вот змеевик. Сделаю выход, вход, налью сюда водички, и у нас будет воздух охлаждаться. За счет этого кратеров у нас не будет. Диаметр данной трубки 12,7 мм. Толщина стенки 1,2 мм. И длина 15 метров. Так что вполне такая длинная трубочка. Ссылочку оставлю на продавца. Это, ребята, не реклама, так что смотрите, может, где-то дешевле найдете. Но в данной ситуации это самый, как говорится, дешевый товар, который я нашел на сайте Озон. Буду резать. У нас такой, видите, здесь есть изгиб, типа как грибок, такой купол. Вот буду резать вот такую вот по эту вот линию. Буду обрезать, и получится у нас такой вот ведерко. В общем-то, готово. Там, если что, можно ее даже будет внутрь ставить. Вот, друзья, какая у нас бухта. Вот ее описание. Вот, пожалуйста, размеры. 1/2, 12,7 мм. Толщина стенки 1,2 мм. Бухта у нас 15 мм. Это у нас трубка предназначена для монтажа кондиционеров. Но мы будем монтировать для нашего компрессора, но тоже для охлаждения. Для охлаждения нашего воздуха. Вскрываем нашу бухту. В общем-то, смотрим диаметр. Думаю, вот этот вот первоначально мы вставляем. И потиху будем ее загибать. Вот под этот вот диаметр. Вот этот вот верхний, который.
потиху друг другу так подгибаете. И все. Вот видите, ребята, вот сколько я загнул. Такое просто, вот эта вот выступающая часть начинается просто так вот смещать сюда, опа, и так по кругу. Так, ну что, друзья, вот у нас получился такой вот осушитель, сами знаете. На шлангах, допустим, особенно когда холодает, это у нас осенью, ранней весной, собирается конденсат, и у нас на покраске может оставить кратера. Так что, чтобы от этого избежать, некоторые делают из кошачьего туалета, из кошачьего такого, ну, туалета наполнителя осушитель, но некоторые говорят, что из-за него подкипает лак. Не знаю, правда, неправда. Напишите в комментариях, может, кто-то с этим сталкивался. Но в итоге я решил сделать вот такой вот осушитель. Он именно охлаждает наш воздух, чтобы у нас не создавался конденсат. Вот здесь у нас заходит наш теплый воздух. Он здесь охлаждается и уже выходит холодный. Он идет сначала от компрессора ресивера, у меня здесь 50 литров, потом заходит сюда вот от пропановского баллона, здесь у нас тоже 50 литров, от пропановского он уже заходит сюда, здесь у нас воздух охлаждается, выходит, и еще вот дополнительный ресивер стоит, еще здесь он будет охлаждаться, подача снизу, выход сверху, ну и уже идет наверх. Так что вот такой вот у нас получился, как говорится, охладитель нашего воздуха. Проверим, покрасим, испытаем. Ну, я надеюсь, ну, многие как бы его хвалят. Надеюсь, что мне поможет. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Кто оценил данный видеоролик, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Всем пока.